Всем привет, друзья! Ну что, мы наконец-то приехали на дачу, но сегодня у нас будет нетипичный дачный контент. Сегодня мы будем делать лежанку для нашего домашнего питомца, чтобы когда мы переехали сюда на постоянку, нашему четвероногому другу было комфортно. Ну что, погнали? Лежанку мы будем делать по размеру вот этой подушки, которую мы где-то нашли у нас в закромах, и из остатков старых деревяшек. Это наши полки, которые мы использовали в бане, старый кусок мебельного щита. Ну и ножки сделаем, наверное, из брусков, и потом все это дело покрасим в цвет стен, чтобы эта лежанка отлично вписывалась в наш загородный интерьер. Одна дощечка у нас, в принципе, уже подходит по размеру, ее даже не нужно пилить. И сейчас мы будем делать таким образом. Отпиливаем две другие стороны по размеру подушки, делаем дно, делаем ножки. Ну а потом Маша это все красит, пока я жарю шашлык и курю кальян, и парюсь в бане. Как тебе аппарат? Отлично. Лучший подарок. О, а это что за штука такая? Она всегда у нас была? Да. Да? Откуда она у нас? Из Касторамы. Из Касторамы? А ты знаешь, что Касторамы закрыли? Конечно. Теперь там Оксидом? Да. Да. Сожалеешь? Этот раз без происшествий. А то я один раз кейс уже распилил. Немножечко пошлифуем все эти детали перед тем, как соединить воедино. Thank you.
такая конструкция у нас получилась. Все прикрутили, все пошлифовали. И это все уже полностью готово к покраске. Ну а я тем временем сменила локацию, чтобы спокойненько красить в тепле. И чтобы сразу наш пёсель мог примерить эту лежанку. Вот такая получилась лежанка для нашего собакина. Он оценил. Его, кстати, зовут Соник. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и пишите комментарии. И не забывайте добавляться к нам в Инстаграм. Всего доброго, пока-пока!